Демон. Студия камнерезного искусства «Светогор». В каменной композиции легко узнается демон сидящий, задуманный Врубелем как иллюстрации к поэме Михаила Лермонтова. Набор использованных мастерами материалов лаконичен и тонко подобран с учетом сложной врубелевской гаммы лиловых оттенков. Основанием для скульптуры служит опоясанная кованой сталью друза кристаллов дымчатого кварца, частично покрытых халькопиритом. Сама фигура демона вырезана из блока аметиста с разной степенью прозрачности. Наиболее прозрачная часть камня приходится на лицо. Копна волос из прозрачного дымчатого кварца создает чрезвычайно интересный эффект. Она отбрасывает золотистые блики внутрь аметистовой головы, положение которых меняется при движении вокруг скульптуры.